Весь мир – театр, а задача художника – его запечатлеть. Таков главный посыл открывшейся областной выставки «Художники о театре» в Щелковской художественной галерее. Театр – это весь мир, и он не ограничивается только вот театром как зданием, и театральной коробкой, и спектаклем. Потому что, ну, вы можете видеть это по работам, которые здесь представлены. Это взгляд художника на этот мир через призму театра. В рамках 90-летия Московской области одна из выставок проходит, областных выставок проходит в Щелковской художественной галерее. Выставка декоративно-прикладного творчества будет проходить в Лобне. Выставка живописи и графики будет проходить в Сергиевом Посаде, в зале живописи Конного двора. Выставочный проект, посвященный году театра, собрал более 100 произведений искусства художников из Союза художников Подмосковья. Экспозиция составлена из работ, среди которых живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Большое внимание уделили авторским куклам. Изначально кукла появилась не только как игровая, но как театральная, да, очень много было кукол. Во-первых, были площадные всякие куклы. Кукла – это прообраз человека, да, но она специально искажена, у нее искажены пропорции. Ясно, что это не человеческие пропорции, потому что это все-таки кукла, да. И человек, когда играет в куклы, у него душа остается молодой. Яркие, современные, уникальные. Все работы представлены здесь поистине волшебные. Например, эти летучие обезьяны. Они были созданы не для того, чтобы украшать полки магазинов, а для игры на настоящей сцене. Спектакль «Волшебник изумрудного города» Щелковского театра нельзя представить без этих кукол. До конца выставки, то есть до 23 июня, они будут находиться в выставочном зале. Успейте воспользоваться возможностью и посмотреть на все работы. Екатерина Сусенко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».